Приветствую уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала. И как уже сказал, в этом ролике мы поговорим с вами об афоризмах Виктора Шендеровича. И эти афоризмы не из моей коллекции. Их в свое время на нашем форуме предложил пользователь, который писал под ником Оцелот. Ну и давайте перейдем непосредственно к этим афоризмам. Все шубы могут поместиться в одном уровне. Власть народа, уточните над кем. В чем сила москитов? В подавляющем большинстве. Зазор между двумя эпохами может провалиться несколько поколений. Дети согбенных вырастают горбатыми. Государство – это просто как велосипед. Наверху рули, внизу цепи. Если у павиана красная задница, то это еще не значит, что он революционно настроен. Главное – накормить идеологов, остальные перебьются. Говорящие о единстве иногда имеют в виду братскую могилу. Знамена кровавые, зато люди как шелковые. За столом переговоров подали на десерт несколько третьих стран. Если народ пьющий, у него и сажень косая. Среди идущих по тропам смотреть под ноги считается дурным тоном. Смердящих осторожно называют сильными духом. Сделал мечту явью, теперь не знают, куда от нее деться. Размеры нашей гордости определяются масштабами наших несчастий. Революции называются великими в зависимости от количества пострадавших. Кажется, у нашего прошлого большое будущее. Когда истину долго отстаивают, вера выпадает в осадок. Когда к власти приходят сукины дети, собачья жизнь начинается у всех. Ключевой вопрос математики – не все ли равно? Конвойны вынужден повторять путь арестанта. Когда он пообещал хорошую жизнь, все заранее похолодели. Почему последняя сволочь непременно в первых рядах? Политические шахматы. Сколько лет отовсюду мат, а партия не сдается. Объявленные властью, опохмеляются кровью. На этом сегодня все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, увидите на конечных заставках.